Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Михаил Боярский решил быть самокритичным и поделился с многочисленными поклонниками размышлениями на тему преклонного возраста и собственного отношения к жизни. Любимый мушкетер советских и российских телезрителей, незабвенный Д'Артаньян, опубликовал новый пост в Инстаграм, где признался, что с годами стал более вспыльчивым. Михаилу Сергеевичу тяжело воспринимать общество, которое все больше погружается в виртуальный мир. При этом легендарный артист старается философски подходить к этому вопросу и подозревает, что просто отстал от жизни. Боярскому сложно смириться с наступившей старостью, но знаменитость старается найти утешение в детях и внуках. «Я брезгливый старый ворчун, которому ничего не нравится», — откровенно признался артист. В комментариях поклонники постарались поддержать Михаила Боярского. Некоторые отметили, что молодежь сейчас очень нуждается в советах старшего поколения. «40 лет я почитательница вашего таланта. Вы нравитесь нам такой, какой вы есть». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.